Добрый день, мои хорошие. Тут недавно мне вопрос задали, куда вы все это деваете? Я поняла это двусмысленно, куда деваете, потому что был еще вопрос, сколько у меня комнат. Ну, я поняла, что еще куда деваете то, что выращиваете. Ну, так вот, сейчас вы видите, у меня стевия порезана. Я срезала сегодня стевию и мяту. Вот эта стевия, она лежит в лотке сушилки. И вот уже вянуть начала. Это я посушу и потом по баночкам разложу. Это будет у меня к чаю заготовочка такая. И вот эта мята. Вот тут даже есть макушечки, вот так я оставила. А это мята. Тоже высушу по баночкам и пойдет как дополнение к чаю. Вот так вот. Сейчас накрою крышкой. Сейчас вот так вот накрою. И все. Старая у меня старенькая. Ей уже лет, больше 10 лет сушилки. И вот так она будет стоять у меня на 55 градусах. И сейчас покажу вам, что я еще сегодня приобрела. Сегодня ко мне приходил соцработник. Я заказывала семена. И вот она наконец-то принесла мне. Вот такие вот, Санька. В общем, я теперь точно убедилась, что на окне у меня растет не Санька. Точно, потому что вот это, во-первых, ультра... вот здесь написано ультраскороспелый. Вот. У него до 95 дней, и уже можно собирать урожай. Очень быстрые они. Вот. Принесли мне еще вот такой вот пакетик Саньки. В разных магазинах покупали. Видите, разные. Не знаю, как вот с этим вот удачный урожай, но этой фирмы я сеяла. При вас, кстати, замачивала семена перцев. Всего было 38 семян. И, надо сказать, я три раза и пыталась их замочить, чтобы они проросли. Ни одно семечко не проросло. Может быть, подделка какая-то была, я не знаю. В общем, у меня теперь два пакета Саньки. Я посмотрела уже количество семян. Там около 50 штук, я думаю. И буду сеять. Вот луна пойдет на рост, и я буду сеять. Сеять буду по 2-3 зернышка. Мне в зиму, чтобы... посмотрю. Я, в общем, хочу провести эксперимент. Будут ли зимой расти овощи в квартире под лампой? У меня есть две лампы, даже три. Ну, в общем, я все потом покажу. Вот такой еще помидорчик принесли, Пиноккио. Это вот как раз маленькие помидорчики. Если Санька, это производитель, обещает, что будет 80-100 грамм плод, то здесь 15-20 грамм. Вот эти как раз маленькие. Они низкорослые и все такое. Вот. Ну и вот такой вот бонсай. Не знаю, как бонсай или бонсай. Бонсай, наверное. Вот. Это тоже для для горшков. Здесь вообще в полторашке можно выращивать этот томатик. И тоже буду сажать. Я хочу попробовать. Ну и плюс те семена, которые я уже вам показывала. Там у меня есть и перцы, и огурцы два сорта. Тоже для балконов, лоджии и вообще для горшечного выращивания. Так что будет у меня огород, специальные сорта я подобрала. Вот такие вот. И буду я сеять. И буду развивать огород. Я уже определилась, что у меня будет расти. Возможно, что мне какая-нибудь мысль еще придет в голову. Что-то я уменьшу в количестве. Вот что-то я, может быть, увеличу. Я думаю, что у меня помидоров много будет. Ну, как-то так. В общем, я с вами поделилась тем, куда я деваю, и мои планы на будущее. Вот в ближайшее время, с 21 числа, начнется у меня усиленная посадка, посев. Ну все, мои хорошие, всем доброго здоровья. Планируйте себе тоже огородик, то есть это огород выращивает у себя на окне. Пусть у вас все растет, пышет.
и умножается. Всем пока-пока. До скорых встреч!